Здесь нельзя сбиваться. Мы в ответе за тех, кого приручили. Композитор мюзикла «Маленький принц» добивается от актеров лучшего результата. В Театре юного зрителя начались репетиции первого в истории театра музыкального спектакля по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Роль маленьких принцев исполняют совсем юные певцы. 7-летний Саша Лазин и 12-летний Коля Овчинников. Мальчики говорят, что играют, в общем-то, самих себя. «Маленький принц», он как бы, он маленький, но очень много знает. И в то же время он любознательный. Как губка информацию в себя впитывает. Мюзикл ориентирован на детей, и поэтому образы героев яркие и запоминающиеся. Музыку к песням специально для нашего театра сочинил московский композитор. «Жеманная роза» объясняется оперными ариями. «Улиса» — задорная партия. «Занятой человек» читает рэп. Пьяница, ну вот он там не выговаривает некоторые слова, но это как бы все в песне сделано, поэтому вот такие вокальные номера. И всех их как бы в конце все-таки становится жалко. То есть они хоть и такие смешные и ходульные образы, но они все вот какие-то такие в конце получаются жалкие. Но ставку делают не только на музыку и известный сюжет. Здесь появятся весьма необычные декорации. На заднике с помощью проектора будут сменяться космические панорамы. Есть специальная сетка, на которой падает изображение. Но за счет того, что это сетка, оно еще отражается на трон. И получается такое изображение воздух, получается объем, и ты начинаешь лететь в космосе как будто по-настоящему. Помимо того, что там будет зеркальный пол, и все это будет отражаться, все это будет такое достаточно яркое, сочное. Там будет самолет стоять на сцене. Правда, желая сохранить интригу, о костюмах в театре пока молчат. Известно только, что «Маленький принц» будет одет по эскизам самого Экзюпери. Этот спектакль самый дорогой в репертуаре детского театра. Более 1 000 000 рублей на постановку из личного резерва выделил губернатор края Александр Хлопонин. Премьера состоится в начале декабря. В ТЮЗе считают, что за новогодние каникулы песни из мюзикла полюбятся детям и станут настоящими хитами. На маленькой планете бегут тихонько маленькие дни. И если б на планете жили дети, то маленькими были бы они. Екатерина Борисова, Андрей Егоров, 7 канал, новости.